Здравствуйте. 22 сентября 2020 года Kreml.ru сообщил детали встречи президента России Владимира Путина с руководителем Федерального агентства «Росмолодежь» Александром Бугаевым. Александр Бугаев приехал к Путину в Кремль, чтобы обсудить вопросы по делам этого агентства. В начале разговора Бугаев проинформировал Путина о волонтерском движении в России, особенно об активности молодежи в этой сфере. Бугаев сказал, что уже более 120 тысяч человек участвовали в акции поддержки людей, которые серьезно пострадали от коронавируса. В дополнение к этому, Путин с Бугаевым обсудили потребность разных волонтерских и добровольческих организаций в государственной помощи. Бугаев подчеркнул важность свободы волонтерских организаций. Он сказал, что такие организации должны преследовать свои собственные цели без вмешательства российского правительства. Затем Бугаев описал цели разных программ и образовательных форумов в России, связанных с студентами. Бугаев сказал, что несколько форумов, такие как «Территория смыслов», несмотря на трудную ситуацию, смогли состояться летом, очно и онлайн. Путин спросил, заболел ли кто-нибудь коронавирусом. Бугаев ответил, что нет.